Наша служба и опасна, и трудна, а в бронежилете безопасна и легка. Еще новые броники выдали, да? Не твое дело. Конечно, не мое. Но ты ж Семенова из Центрального знаешь? Нет. Ну и повезло тебе. Не надо апельсины ему в больничку таскать. Он же там уже полгода. А что случилось? Что случилось? Ну, выдали им тоже броники новые. А он перед заданием не проверил. Вот и лежит в больничке. Наверное, бракованный попался или китайский. А китайский разлетается от одного удара руки. Да не, вроде крепкий. Да, ты бы еще сладкой ватой бронежилет проверял. Тут надо что-то посерьезнее, дубинкой хотя бы. Ну ж ты прав, сейчас вот напарник вернется, я его попрошу. Не-не-не, во-первых, напарник не имеет опыта избиения ментов. А во-вторых, если у тебя срочный вызов, ты что, скажешь, что я не мог проверить бронежилет, потому что у меня напарник сидел на параше, да? Ну да. Блин, и кого мне попросить? Даже не знаю. Слушай, кабан, может, ты мне поможешь? Я? То как-то неудобно. Да что неудобно, кабанчик? Ну ты-то у нас как родной. Как родной. Ты у нас постоянно. Ну помоги, пожалуйста. Ну чисто по-братски. Да, давай. Готов? Да, хочу, а как? Наверное, лучше дубинку возьму. Ну, а как вообще правильно? Ну, правильно было бы тебя с ружья вальнуть. А есть ружье? Нет. Ну, тогда дубинка. О, вот это вроде потяжелее. Готов? Да. Да че ты жмуришь? Я не жмурю. Да жмуришься. Да не все, не жмурю. Ну, все. Давай. Давай. Ладно. Зато мы теперь точно знаем, что броник не бракованный. Если бы ты еще не такой косой был, что не мог с первого раза попасть? Не с десятого. Да просто солнце в глаза попало. Солнце. Ну что, давай теперь спекаля попробуем. Не надо. Хватит. Хватит. Да что, давай, ну. Кабан, руки! Ты первый. Руки, я сказал! Руки! Положь пукалку! Давай, положь! Ты первый положь! Быстро да, положь! Да успокойся! Успокойся! Кабан мне помогал! Броник. Тестировать. Ну? А! О! Слушай, кабанчик! Может, ты и мне поможешь, а? С удовольствием. Смотри, значит, нам новые электрошокеры выдали. Ну. О! И чё? И чё? Прикольно. А ну давай спину. Класс. А давай вот между лопатами. О, кайфы, кайфы, кайфы. Как эта штука называется? СНМ-2. Это что значит? Да хрен его знает. А, я понял, что это значит. Спокойной ночи, мусора. 2. На троих. Вика, я приехал. Викуль, ты где? Вик. Да где жена? Ну ладно. Здравствуйте. А вы тоже к Вике? Клиент? Какой клиент? Я вообще-то ее муж. Ага, очень приятно. Ты давно сюда ходишь? Ну, где-то дней 5. Офигеть. Как только в командировку уехал. Мне Михалыч посоветовал. Говорит, в 37-й все прям по высшему разряду. И еще никто не жаловался. То есть сюда еще и Михалыч ходит? Я не понял, сюда мужики что, толпами идут? Ну, конечно. Компаниями, семьями. А что? Семьями? Ну, да. И что? Прям на всех хватает? Ну, вот если совсем по-честному, к вечеру уже, конечно, не очень. Но, я вам скажу, если попасть с утра, то это огонь. Ух!
Так, ну ладно, бегу я, пойду я. И до завтра, правильно? Не до завтра. Почему не до завтра? И послезавтра мы не увидимся. Мы с тобой вообще больше не увидимся. Почему? Я разве что-то сломал? Я сейчас все объясню. Егор! Ты чего? Я вернулся. Простите. Так что, просто сдавала душ с бойлером и все? Да, за 200 гривен 5 минут. Неплохо. И что? Что-то заработало? Вон, сумка под кроватью, посмотри. Вы извините, ради бога. Он же не знал. Ни хрена. На себе. Вот, как горячую воду отключили, я сразу объявление и повесила в подъезде. Молодой человек, разрешите поинтересоваться, все ли вас устраивает в нашем душе? Может быть, слишком твердое полотенце, может быть, гель слишком мягкий? У вас, кстати, гель для душа закончился. Сию минуточку исправим, извините. Сейчас. Еще раз извините. Извините, извините. Может, мне какая-то компенсация полагается, а? Егор! Не надо, не надо. Козёл. Я прошу прощения. Фу! Здорово, братан. Плесни ко мне бокальчик пивка. А девушки что? Какой девушки? Ты что, братан, употребляешь на работе? Ё-моё! Люська, забыл. 300 километров назад выехали. Ох ты, чёрт! О, блин. Вроде, когда выезжал, было посимпатичней. Да, видать, сильно тебя этим майским жуком в лобешник шандарахнуло. Ладно, плесни ей тоже что-нибудь. Ты чё будешь? Это ваше пиво. А вам что? Игорь! Игоря нету. А, пиво! 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 Хрена себе. О. Ух, это. Понял. Сигналка. Ух ты, черт. Отойди от байка! Это ваш напиток? Райя! Что? Райя! А, трубочку, трубочку, конечно, пожалуйста. Возьмите. Так лучше вставляет. Отбил! Прикинь, хотели из-под носа байк увезти. Это байк? Ну да. А где же мотоцикл? Ты чё, мотоцикл в Европу поехал почтой. Нельзя на мотоцикле по нашим дорогам ездить. Так вы чё, 300 километров на нем проехали? Ага. Неделю назад выехали. И вот уже здесь. Ух ты, ни хрена себе. Сколько время? Люська, мы из графика выбились. Да, поехали, ну. Опача! Чё? Писать? Трубочку? Мне уже не надо. О, следующая остановка – Берлин. На троих. Ну, вызывали. Вызывали? Да, вызывала еще, как вызывала. Лежа Константиновна, если я по поводу поварихи, то она мне сама дала. При чем тут повариха? Ну, я в смысле не про то, что вы подумали, а компот забродил, она мне отдала. Такой интересный получился аромат. Мне дети пожаловались, что ты на уроках используешь ненормативную лексику. Что я использую? Материшься на уроках. Дмитрий Иванович. Ну, неправда, в смысле, они говорят. Ну, кто говорит, приведи, поставь. Петров говорит. Вот пи***пол.
Ну, Надежда Константиновна, подумайте сами. Станок не выключен. Он, дебил, лезет туда рукой своей. Там 220, как пнет его. На мне потом этот геморрой со жмурами. Митя, я тебе последний раз говорю. Если я услышу от тебя хоть один мат, я тебя уволю. Тебе понятно? Понятно. То есть больше такого не повторится. Ты меня услышал. Где у тебя следующий урок? Где, где? В кабинете труда, где же еще? Иди, и никаких матов. Надежда Константиновна, приди, Дмитрий. Там в спортзале этот, короче, трубу прорвало. Я ее крутить подлез, а она как даванет. Походу, весь новый паркет менять придется. Ты что, я тебя что просила туда лезть, а? Я тебе сказала, вызови этого ебаного сантехника, в конце концов. Ты или кто? Надежда Константиновна, вот вы могли бы любой урок труда без труда вести. На троих. На троих. Вон, Кондратич, как на соседней станции делают? Берут, доливают литр свежего масла, а говорят, что все поменяли. Отличная схема. Слушай, Петрович, ты вот с этими схемами доиграешь. Вот чувствую, доиграешь. Да вы что, я никогда. У нас же честное СТО. Ну да, это она. Мужчина! Добрый вечер. Здрасте. Ты думала, я не узнаю, да? Ё-моё! А ты шлюха! Как же могла? Сучка! Я ничего не пойму, да? Но я тупой, да? Вообще, ничего не понимаю. Ничего. А вот спичек не найдется? А у меня найдутся. Ты меня застёл. Я прошу прощения. А что вы делаете? Поджигаю машину моей жены. А зачем? Она изменила мне с этим козлом. А что? Слышь, мужик, вообще-то это моя машина. А? 0155 ВМ. 54. 54. Ну. Это его машина. Классная тачка. Советую. У меня жена ездит. Вообще никаких проблем. Ходовая. Мотор. Экономная. Хорошего вечера. Футбол же сегодня. Петрович, я тебе говорил, у тебя машина бабская. Это унисекс, унисекс. Да пошел ты! Дай глянуть! Ё-моё! На троих! Как физрук напился? Закройте его в подсобке, пусть проспится. Все. Извините, пожалуйста, что вы говорили? Я говорил о том, что ваша учительница музыки, она издевается над моим сыном. Как именно? Плохо поет? Нет. Она забирает бутерброды, которые я ему даю в школу. И, кроме того, деньги. Она забирает карманные деньги. Вы знаете, такого не может быть.
Ну, не может быть. Я вызову ее сейчас, и мы поговорим. Она такая тихоня, что она мухи не обидит. Позовите ко мне Викторию Викторовну, пожалуйста, Бронюк. Угу. Разрешите? Вызывали? Да, вызывала. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот отец нашего ученика утверждает, что вы отбираете у мальчика еду и деньги. Объяснитесь, пожалуйста. Вы что? Я бы никогда этого не сделала. Я даже физически бы не смогла. Да, я все понимаю, но... Я же вам говорила. Посмотрите, маленькая хрупкая женщина. Да, но... Мой сын, он никогда мне не врал. И я склонен ему верить. Дети, знаете ли... Извините. Алло? Как козла хотят вынести, чтобы продать? Немедленно задержите этих двух козлов, которые хотят козла продать. Я им сейчас рога пообломаю. Извините, я вас вынуждена покинуть. Да-да. У меня срочное дело, но я им сейчас покажу. А вы, простите, папа кого? Я, простите, папа Саши Зиньковского. И я хочу сказать, что... Значит так! Слушай меня внимательно! Папа Зиньковского! Передай своему щенку, чтобы теперь бутербродов в два раза больше носил! Ясно? Ясно! Вы что себе позволяете? Рот закрыл! А то я черепушку проломлю! Да я здесь впахиваю за 3000, чтобы эти уроды смогли запомнить до ре ми фа соль ля си до! 7 нот они не могут запомнить! С сегодняшнего дня папа Зиньковского своему сыну денег на карманные расходы даешь в два раза больше, ясно? И только попробуй кому-нибудь пожаловаться. Твой сын вообще школу не закончит. А если ты, морда такая, переведешь его в другую школу, то не переживай, у нас учителей... Руки длинные, как тромбоны. Везде достанем. Ясно? И физрука закодируйте. 10-й раз, юбилейный. Я вижу, вы нашли общий язык, поговорили, пообщались. Да, вы знаете, я выслушала все извинения и больше не обижаюсь. Вот видите, я же говорила, что это просто досадное недоразумение. Ну, я пойду, мне еще бутерброды сыну в школу готовить. Конечно, конечно, всего доброго. Я надеюсь, вы запомнили, о чем мы с вами говорили. Слово в слово. Каждую букву. Спасибо. Ох уж эти родители. Действительно, я пойду? Да-да, идите к детям. Простите, конечно. Я просто сегодня первый день работаю. Я не совсем понимаю, что вы хотите. Сарыста! Пых! Ту-ту! Одну секундочку. Жень, можно тебя? Вот человек что-то хочет, а я не могу понять, что он хочет. Добрый день. Что? Жуа-пы-пяга! Ну, все же понятно. Человек говорит, что у него вчера был корпоратив. И просит его похмелить бокальчиком пивка. Пугача! Пожалуйста, ваше пивко. Жи. Что-нибудь еще? Сак-сак. У вас прекрасный вкус. Пожалуйста. Камай. Жи. Пожалуйста.
и... Шнек-шнек. Лимончики, конечно. Бэк! Зыга! Твое здоровье, Игорь. Спасибо. Да. Окей. Как скажете. Меня угощает. Зыга! И вы тоже. Как ты его понимаешь? Ладно, скажу тебе. Есть у нас у барменов маленький секрет. А! Сын! Ёла! Что-нибудь еще? Понимаю. Понимаю. Он орешки с беконом просит. Икр! Сейчас! Икр! Вот, пожалуйста. Зыга! Буш! Буш? Эссе! Просит с ним на бурдершафт. Зуки эстик! Штык! Опа-опа-опа! Нагады! Анагады мы! А? Сыка! Сыка! А! Не надо! Маганага! Сетап! Высай! Эля! Костюм! Все, сюда. Слышь, мадама, ну-ка давай оформляй мне тур в страну куда-нибудь, только быстро. Могу предложить вам Европу. Не-не-не-не, никакой Европы, ждут меня там уже. Ну, тогда Карибы, Гавайи. Вы давно видели океан? Нет? Я? Да. Океан? Да я с 8 лет вижу только небо в клеточку. А. Давай быстрее думай, иначе я даже Томера не доеду. Я могу предложить вам обзорную экскурсию по нескольким городам. Какую экскурсию? Ну, это когда вы за несколько дней объезжаете несколько городов. А тебе такое нравится? Да, нравится эта экскурсия, это интересно, да. Давай. Да, давайте. Оформляй. Давайте, да, давайте. А что еще есть? А есть еще остров такой Бали, экзотический, теплый, добрый. А тебе такое нравится? Да, мне нравится, нравится, мне нравится. Давай оформляй Бали. Бабки вообще не проблема. Господи Боже. На двоих оформляй. А кто второй? Ты. Я не могу. Я на работе, я не могу. Правда, я не могу. Не, ну ты сама решай. Мне, в принципе, свидетелей не резон оставлять. Так что либо со мной на Бали, либо вглубь земли. А, вот ты где. Руки! Смыться решил, да? Он вам угрожал? Нет, нет, он даже вот заплатил за... Ворованные деньги. Не стыдно? Это не ворованные деньги, это общак воровской. А, это меняет дело. И Карибские острова. Я правильно поняла? Да. Угу. Ну и там отель 5-звездочный. Номер можно дабл, ну, чтобы не экономить. Да, вы знаете, на второго человека всегда скидка. О. А то, что двое мужчин, ничего. Это уже в Европе никого не смущает. Я с тобой никуда не поеду. Лучше обратно в камеру. Как это вы никуда не поедете? А я?
Я уже свое имя в путевку вписала. Вы же обещали, ну. Да и я, в принципе, готов. Так, может, вы без меня на Карибы сгоняете, а? А ты мне дашь ключи, я сам себе посажу, а? Расплескалась синева, расплескалась. С днём ВДВ! Здравствуйте. Я так понял, у вас голова болит. Чего это ты взял? Голова у меня в порядке. Блин, а я ее ищу везде. Слышишь ты, у меня другая фигня. В чем проблема? В городе водка закончилась. Вся. Ага, я тут при чем? Спирт давай! А, извините, но у нас спирт только медицинский, он... Используется в медицинских целях. У меня в медицинских целях. Душа у меня болит. Но вы же себе там все сожжете. Слышишь ты, салага? Я с прапором пил ракетное топливо. Я танки грыз, как барбарес. Мне медали отдавали... Такими количествами у меня карманов не хватало. Слышишь ты? Теперь давай, иначе я тут все нахрен разнесу. Вы извините, но я этими действиями могу нанести вам вред. А я давал клятву Гиппократу. Ты сейчас все деньги Гиппократа? Сам встретишься вот так вот, лицо к лицу. Короче, спирт давай. Я не могу. Что за шума, драки нет? Бабам лучше выйти. Да ты шо, младший сержант, а я как раз хочу посмотреть. Михалыч, не бойтесь. Это младший сержант Крутенко. Мы с ним в одной роте служили. Как был хлюпиком, так хлюпиком и остался. Спасибо вам огромное, Мариночка. Вы мне жизнь спасли. Вы лучшая медсестра в мире. Да ладно, Михалыч. Вы лучше помогите мне его в общую палату донести. Там уже вся рота собралась. Да-да-да-да-да, конечно, конечно. Да, и спирт медицинский дайте 200, потому что водка в городе закончилась. Вся. Ну, спирт же используется только в медицинских целях. Евгений Михайлович, я два раза не повторяю.